В связи с продлением режима самоизоляции родители школьников Подмосковья, имеющих право на льготное питание, могут получить второй продуктовый набор «Школьный обед на дом». Так, на этой неделе более 180 продуктовых наборов получили учащиеся Орехово-Зуйской гимназии номер 14. Ладошки вытираем. Обрабатываем каждый пальчик. Меры безопасности соблюдены. Помимо наличия ДЭС-средств, работает бактерицидная лампа. Родители приходят небольшими группами с распределением по времени. Сегодня у нас, как и во всех школах города, проходит раздача продовольственных наборов тем детям, которые бесплатно у нас питаются. Продуктовый набор входит все, что необходимо растущему организму. Это для полноценного питания молоко, фрукты, сок. Для Марины Журавлевой, мамы девятиклассника, такой набор стал хорошим подспорьем семейному бюджету. Да, это очень хорошо, как бы к семье немножечко. Плюс идет, потому что у нас как бы потерь кормильцы. Вот мы с сыном живем вдвоем. То есть хорошо помогает. Более 180 наборов полезных продуктов выдали в гимназии в этот день. Это уже вторая подобная акция. Первый раз так называемые школьные обеды на дом получили учащиеся 31 марта.